Накануне с 23.35 до 23.45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хознавар, Ханазах и Аравуз Горийского района, с перерывами подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур Лачинского района. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях. Правлениях.